Всем привет! Сегодня на распаковке очередная фишка для вейпа. А именно, три батарейки Little Color. У меня уже был обзор на эти же батарейки 2 года назад. Батарейки крутые, 30 ампер, 3000 емкость. Мне они нравятся. Служат хорошо верой и правдой. Заказал 3. Думал в свою старую батарейку. В старый свой вейп 2-летней давности. Но так сложилось, что если я заказал новый вейп, он ко мне вот практически должен уже приехать на этой неделе или на следующей. И, в общем, 2 батарейки пойдут в него. И заказал я еще эти же, только 4 штуки, чтобы было все-таки в старый вейп 3 и 2 по 2, 2 комплекта в новый. Потому что как бы надо все равно раз в 2-3 года менять батарейки. В общем, отзывы о этих батарейках очень хорошие. Батарейки себя зарекомендовали очень хорошо у меня. В общем, ссылочка на них будет в описании. Я на этом с вами прощаюсь. Пока!